Девочки, на шатыре нужно кому понюхать? Да, да, да. Жестче, строже сразу встречаем соперника, как договаривались. Давай, с Богом, погнали! Con la camiseta número 23 y Zaragoza. Y por no eso, hay oficiales de servicios deportivos más importantes del país. ¡Vamos!
Сема! Плюс сейчас подачи стреляем, там еще Аня на острие все и будет. Дальше переключить. Терпим. Работаем. Впереди второй тайм. Будет тяжело, будет, да. Мы говорили, что будет тяжело. Все понимаем, но надо дальше терпеть и работать. Если хотим победить. Все будет хорошо, нужно просто чуть добавить движение, движение, движение. Через не могу. Хороший момент, разыгрывали вчера на тренировке, когда подачи были хорошие, сегодня туда же работа, сейчас забьем обязательно стандарт. А дальше, сами все знаете, верьте в себя, все получится. Окей, давай отдыхаем и второй тайм. Да, отдыхаем еще 5 минут, спокойно, можно умыться, подышать. Зашли, уже больше от вас здесь. Что-то вам говорит, нет. А сами все знаете, сами все умеете, просто доверяйте себе. Давай, надо забить, давай, погнали, давай, дерут, давай. Все, пошли. Да, сюда подошли, сюда.
Давай, давай, Сап, приходим. Каждый эпизод на ногах терпеть, сколько есть. Момент обязательно будет, мы должны его забить. Сзади надежно, строго. Договорились? Во-первых, всем спасибо за игру. Я думаю, что это, наверное, такой самый, наверное, приятный матч за последние лет 5 был. И по борьбе, и по движению, и соперник приятный. Зато теперь хоть понимаем, что такое хорошие мировые команды. Что такое футбол, движение. С учетом всех моментов, которые были, с учетом всех болезней, с учетом всех состояний, как было на вчерашний момент, я думал, что мы вообще не сыграем. То, как мы сегодня бились, сражались и за каждый эпизод старались выкусываться, я вам благодарен. Да, впереди много работы, всегда хочется побеждать, но сегодня был хороший матч. И не победы делают нас сильнее, а трудности. И дальше новые цели, новые возможности. Сегодня результаты мы его принимаем. Я его принимаю. Я принимаю свою команду и говорю, что мне не стыдно. Мне не стыдно, что я ваш тренер. И вот эта борьба, самоотдача, как вы старались, приятно. Не победили, да, не дожали. Сами, сами. Нужно еще работать, да, нужно становиться сильнее каждый день. Нужно еще больше работать, работать и еще раз работать. Но мы с вами на правильном пути, это самое важное. Это не дает рукам опуститься. И мы еще увидимся на этом прямоугольничке. И 90 минут покажут и сыну. Я в нас верю. Я знаю, что мы Россия, мы победим. Сегодня так.
мы сильные, мы встанем и пойдем дальше. Всем большое спасибо за игру. Где-то, возможно, эмоции, где-то, возможно, лишнего сказал. Но только из-за того, что переживаю за вас, люблю вас и хочу тоже побыть. Поэтому все молодцы, за это спасибо.